приехали с Наташей из города. Я поела, Наташа не стала. Она кусочек тортика съела на празднике у Элечки. И все, говорит, я сытая. Заехали в магазин, купили мяска. Всякого, и грудинки, и ребрышек. И мяса, мясо такого отдельного, мягкого. Пока разделала, теперь гулять пошли. И мусор вынести надо. Прогуляемся, а то дома детей сидели. С детьми сидели, не двигались за чаем. И в машине надо прогуляться. Сегодня воскресенье. Таша говорит, пошли. Я говорю, пойдем. Мясо маленько разделали, разложили на кусочки. Сейчас на балконе подмерзнет за ночь. Потом сложу в холодильник. Но мы хотим свежины все-таки сделать. Свежее мяско. Маленько поджарим. Сало, мясо и картошечки немножко. Сделаем свежинки. Вот дос номер 8. Полные баки уже. Полные баки. Уже некуда ставить. Все. Пошли прогуляемся. Так что день сегодня плодотворный получился у нас. Я так думаю. Речку поздравили. Дела поделали, надо было. И в аптеку. И за мясом все сделали. Поехала машинёшка. Вот наш домик. А вот напротив домик. Дос 8. Ой, господи, Грета напугала. Неожиданно выскочила, я напугала. Ну, Грета, как ракета выскочила, я аж напугалась. Надо как переходить, идите. Идем, идем, идем. От одной к другой бегать, чтобы рядом были, чтобы вместе видеть. Чё, чё, Грета? Чё носишь-то? А я вчера с этого, вот, с этого бугорка неслась она меня. И вот здесь вот стрельнули. Вот мы назад шли, вот здесь. Она мне напугала, я там прицепила. Зачем ее прицепила? Эх, она туда вместе с поводком. Боже мой. Я ее затащила хорошо по пути домой. Так она рванула домой так, что я пятками засверкала. Каш, хочешь домой? Сейчас я тебя как на саночках довезу. Вот коняга. А потом у нее хромать стала. Напряг все-таки был. На тазобедренный наш отталкивалась. Ой, у меня плечи болели. Я держала. И здесь мы ходили, на гору забирались как-то. Дня три назад. Палки не взяла, корячилась, Ну. Ну да, конечно. Мышцы надо, чтобы работали. Закостенеет она на своей подложке. Целыми днями валяться. Ой. Первый раз такое. Она развернулась вот так вокруг меня. И, а у меня телефон. Это... И она рвется так сильно. И вот так ноги расставила. Иначе хана мне.
невозможно. Ну, такому ты молодая хоть, понимаешь, Наташа? Как-то у тебя и верткости больше, и силы. А я знаю, что... Ага. Это ж чернушка? Нет. Нет? А. Ну, пусть играют. Она редко когда с кем играет. Она просто бегает. Ну да. А он играет с ней. А Грета у нас такая. Пусть за ней бегают, а не она. Такая она. У нас девочка. Ой, Господи. Видишь, если бы не выстрел, все было бы хорошо. Ну, так, конечно. А я забралась тогда на гору, а телефон холодно было. И телефон сел. Пришла домой, подключила, а там 72 зарядки от холода, батарея схлюздила. И не сняла ничего, стояла, разговаривала. На телефон не смотрю. Вот они. Так что, лезу на гору, а с горы... А? Ну, а с горы не могла снять весь этот вид. С горы очень красивый вид. Не то, что красивый, но обозрение хорошее. Вот далеко видать. Хотя тут нечего и показывать такого, чтобы... Ну, все-таки... Ох, ох. Я ползла до самой горы, долезла. Палками надо, я опять палки не взяла. И думала же про них. А опять мусор взяла и забыла. Вот так вот. Запросто тут, да, и катались. Тут видно, что укатан. Ну, рулят как-то. Не, ну укатано, Наташа, укатано. Ну, конечно, можно. Ничего, скорость. Ничего себе, неслась как. Надо торпеда. Целая торпеда. А не Грета. Уши только завиваются. Как флаги. Мотает ушами своими. Опять в гору полезли. Наташа-то, конечно, по-моему, уже я. С палками, конечно, хорошо, можно и спускаться хорошо будет. Да, я вот тут шла по снегу. Не, так назад будет тянуть. Назад будет. Ага. Грета, догоняй. Наташа пошла. Наверх. Я стою, отдыхаю. Вот вчерашняя моя веточка, или позавчерашняя. Чтобы опять телефон не сел. Мой протектор. Вот. Это вот Наташа. Ты собьешь меня, Грета? Пусть легкие развивает мышцы. Вот она с ним хорошо играет. О! Не с каждой она так играет, собака. Наташа, это девочка? Пацан. Молодой, видать. Но. Пацан. Лабрадор. Наташа сказала. Грета его ухо и дукала. Задохся, да? Ага. Язык вывалился.
А Грета хоть бы чё? Всё, Лёк, устал. Снег ест. Ну, устал. Снег теперь ест. Устал, бедолага. Ну. Ты чё? Где она? Пацан, потерял, давай догоняй. Потерял невесту. Ну. Вот это. А как красиво они смотрятся. Ну прям пара. Надо замуж отдавать Грету. Чего, Гащу? Ты пойдешь там, я вон буду. Да прямо. Да вон там он толкает. Они чувствуют пустоту. Не, как тот раз ты говорила, собака-то лежала, помнишь? Ты гулялась, она в яме-то. Так что я смотрю, они не очень-то и чувствуют. Ну, знаешь, как с разгону может вот так вот. Ну, конечно, он у нас сзади просто. Ну. Так вы меня собьете. А я тут на пути стою. Замотай, замотай. Грета, ко мне. Грета, ко мне. Так надо. Быстрее. Пусть по горам побегают. Больше силы потратят. За Наташей, за Наташей, за Наташей. Бегом, 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 бегом. Бегом, 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 бегом. Умотала этого лабрадора. Молодой, недопонимает. Недопонимает. Не понравилось что-то ей. Плохо ухаживаешь ты, друг. Устал уже совсем. Все, сегодня без ног придешь. Ай, умница, умница моя. Иди, скажи, 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 скажи. Ай, молодец. Бери, бери. Ага, все, устал. Лапа не видно. Ага, уже задницу поднять не может, блин. Не можешь переднего так подогнуть. Ну, молодой, силы нету. Ой, жарко, видишь, что делать? Ага, ага. Ой, ты господи, а. Устал, не трошу, пусть он покупается снегу. Лабрадор. Ага, где лабрадор, то ли дело наше. Дима, я хорошая ко мне. Иди сюда скорее, иди ко мне. Иди ко мне. Ай, моя девочка, моя умничка. Побежи, бери, бери, бери. Бери, бери. Ай, моя умничка, бери, бери. Ох, жених, жених. Он недопонимает, что она у нас не гулящая. А моя умничка, моя хорошая девочка. А моя хорошая. Он как на веревочке. А, молодой. Лапами тык-тык-тык-тык. Уже скорость не та, все уже. Видишь, уже еле забирается на гору. А я хоть бы, что смотри. Лапами цук-цук-цук-цук. Хоть цирк и кони. Да моя. Игры. Он молодой, недопетривает. Что она у нас честная девушка. Здоровый такой. Веревочка с ниточкой. Веревочка с ниточкой. Надо позицию сменить. Тоже одна и та же позиция. Ох, там такая ямища.
колодец целый. Игры. Играют. А у него вес больше, ему тяжелее. Грета! Еще этот тоже свалит. Ну, как доставать будем, не дай бог. Ну все, хватит. Пошли домой. Грета, пойдем? Пошли. Пошлите. Со всего маху. Ой, снег проваливаюсь. Все, вниз идем. Пошли, пошли, пошли. Окна снимала. Ой, здесь круче. Здесь круче. Ну? Чё, моя, чё? Обратно? Обратно? Пошли, 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 пошли. Ой. То она укусит еще его. Она его кусает. Он под хвост ей лезет, ей не нравится. Ну да. Скажи, я не ту, за кого ты меня принимаешь. Не та, совсем не та. Я девочка хорошая. Я девочка хорошая. Я слезу, дочечка, иди. Даша ждет ее. Потихоньку, потихоньку. Ничего страшного. Это ж не на привязи с Гретой нестись. Ой. Остановят. Деревья есть, остановят. Бегу, 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 бегу. Пойдем, пройдемся. Тепло так хорошо, ветра нету. И светло еще, до шести запросто. Чё ж теперь, проездили до полпятого, пока мясо разделала. Потихонечку, пока пообедала. Вот, все. Все успеем, если захотим. Ой, тихо, тихо, тихо. Ну а чё? Чё влезет? Ещё кто-то там сейчас. О! Грета, иди сюда. Да не пойдет она. Пока не, она пока не познакомится, она не ворачивается. Она знакомит, подходит, знакомится, то убегает. Тишка. Иди, иди, иди. Стой, моя. Ну все, все, иди, иди. Иди домой. Чей ты такой? Ну, пусть пройдет. Все, все, все. Отстанет. Не ж. Это елочка или. Или это обломок? Ну, интересно мне. Ну. Пойдем, пойдем. Говорит, пошли. Кто там мальчишка? Он идет со своими собаками. Он даже боится. Отцепила теперь опять. Они прошли. А, догонят их, что ты думаешь? Пройдемся еще. Тепло, даже вот руки хоть бы. Нормально. О, вот друг какой подцепился. Вот бывают же такие привязчивые в жизни. Им говоришь, что отвали, а они все равно следом ходят. Отвали, моя черешня, мы так говорили. Отвали, моя черешня. Отвали, отвали. Завали, отвали. Здесь нет дупла, слава богу. Здесь это просто расщелинка. Тоже зверушкам хорошо. Нет, не залезет никто. Это вот березочка. Березочка уже старенькая. Солидная. В солидном возрасте. Почки скоро будем летом. Даст Бог. Все нормально будет. Будем ходить летом.
Главное, комаров нет здесь. Ты бы, знаешь, шел, комары тебя одолевали. Такого нету. Сейчас капюшон оттяну. Ой, гуляем 20 минут. Гуляем. Как включила, еще не отключала камеру. Ну, красота же. Ну, маленько ветерок пошел. К вечеру пойдет ветерок. Вот. Это лесочек. Видите, как хорошо? А кругом еще асфальтированные дорожки. Гуляем летом. Красота. И первое лето только вот было. В 23-м году. Только зимой. Удивилась. Я думала, здесь будет трава, кусты непролазы, знаете. Думала, ну, лес жуткое, листьев много же. И думаю, гулять будет жутковато. Нет, все просматривается вот так же. Одна травка, кущика. Таких кустов нет, чтобы очень хорошо. Еще я смотрю, и тропиночки все асфальтированные. Бетонные плиточки лежат. Где плиты бетонные, где просто такой цементные такие. Сколько лет? Даже каждый раз иду и каждый раз это вспоминаю. Одно и то же. Ну, поселок Таежный, город Комсомольск на Амуре. Поселок Таежный. Раньше воинская часть была 22-45-2. Но она не одна была, еще какая-то была. Ну, это я только запомнила номер на память. 22-45-2. И кто служил, несколько человек все время говорят, спасибо, что сняли. Молодость вспомнили. Спасибо, что сняли. Дай Бог вам здоровья. Да иду, иду, иду. Бежит, смотрит, уже иду я или не иду. Маманька. Хочет, чтобы все были вместе. Никого не растерять. Вышли. Такая, знаете, просто трава. Такая трава. Ну, ветерок, видите. Поднялся. Да не было вообще ветерка. Сейчас ветерочек. Ой, ветер сейчас будет стоять. Гудеть в телефоне ветерок. Она скорее отключать надо. Я как-то сняла. Такой ветер. Я иду, говорю, вот. Я не стала убирать. Я закинула, потом только посмотрела. Предварительно надо просматривать. Не всегда хочется просматривать. Вот так получается. А потом уже неохота убирать. Пусть уже будет. Не такая уж у меня профессиональная ушка. Профессиональный канал. Прям каждый пробел убирать, склеивать по новой. Очень много сейчас стало мужчин молодых смотреть. 35-40 лет. И даже с 18 до 34 тоже какой-то процентик там. То ли 2%, то ли 8, что-то забыла. Смотрят. Ну что ж, природу кто любит. Или кто, может быть, жил здесь, знаете, как оно. Или жил он, или кто-то из своих родственников. Интересно же посмотреть. Вот эти там вот частный сектор. Там весной столько багульника. Ой, красивые сопки розовые стоят. А то вот эти этажки вот рукой подать дома. Полкилометра и дома. Даже подальше ушла я. Природу снимаю. Капец.
перед сном прогуляемся, чё ж. Сидели. Да на машине тоже сидя. Надо двигаться. Пыталась сегодня зарядку делать. То мои одногодки, смотрю, делают зарядку. Наташа включила. Чё она включила? А, здоровье, что ли, там Малышева где. И там сёстры Зайцевы. Мои одногодки. Отжимается хоть с коленочек, лежа на коленке опирается, но все равно. И я давай скорее на пол лежать, отжаться. Немножко тоже так это поелозило. Надо каждый день тогда вот трипсисы будут эти, или бицепсы, трицепсы, чтобы не болтались руки. А так, как встал, пошел сонный. Поел, чай попил. Я начинаю с чеснока. Чесночок сначала пью. Сейчас буду опять капсулы рыбьего жира пить. Немножко погодя перерыв сделала. У меня еще две коробочки. И буду еще жир пить. Усваивается он, не усваивается. Я не знаю. Ну как-то спокойнее пьешь и думаешь, что это полезно. Ой, так и бегают. Все, ветер поднялся. Ветерок. О, подняюсь уже куда. О, отключилась на сей раз. Думаю, маленечко. Чего одно и то же показывать. Вон, откуда я. От девятиэтажек. Чух-чух-чух-чух сюда. Наташа вверх пошла. Это все вверх. Ветерок поднялся, думаю, будет только шуршать. Вон они. Чё, Греточка, чё моя? Идём, моя, идём. Ой, уже темно. Уже темно, они все носятся. Все, пошли домой, Грета. Пошли. Вот так вот. Здоровый такой. Он сдохся уже. Ну, все, теперь надо до самого дома. Ничего не сделаешь. Мы уже под горочку идем. Вон огни включались вдалеке. Вот привязался, влюбился, и все. Что ты ему сделаешь? Любовь. Любовь, детектива. Ася-ся. Вот дорога на птичник. Дорога на птичник. Видишь, какие сопочки. Вот. Какая красота. Уже огоньки зажглись. И ветерок подул. Наверное, сейчас шуршит уже в телефоне, скорее всего. Шуршит. Чё? О, идём оттуда. Ну чего, пошли домой тогда. Пошли? Домой пойдем? Пойдем. Достал он её, бедный. Она его укатала, он все равно. И в снегу валялся. И отдыхал. И снег хватал пастью. Ой, укатала она его. Ай-яй, хоть бы что, она даже не устала. Она худенькая, прогонистая. Вот прогулка наша. Но не полностью. Потому что ж уже буду идти все 40 минут. Одни и те же поля, леса и снега. Поля, леса, снега. Какой закат. Красота.
красота же. Моя снаряда. Дальний Восток, привет. Вот она бежит. Идем, идем, иду, иду. Все, притормозила, ты поворачивайся. Ну, идем, 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 все. Пока-пока.